В результате проведенных оперативно-профилактических мероприятий по выявлению объектов незаконной добычи криптовалют сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД совместно со специалистами Госстандарта Абхазии в помещении спортзала строения 2А по улице Лагвилава в городе Сухум обнаружена действующая майнинг-ферма. 7 подключенных к энергосети аппаратов по добыче криптовалют изъяты в отношении владельца объекта Казарян Анжелы Валерьевны. Составлен административный материал. Также к административной ответственности привлечен владелец второго объекта Сацба Анри Бесланович. Из его квартиры в доме номер 7 по улице Массив Гумиста изъято 3 аппарата по добыче криптовалюты. Все оборудование помещено на склад Государственного комитета Республики Абхазия по стандартам и потребительскому надзору.